Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В среду в Самарской области облачная и пасмурная погода, снег. Температура воздуха в дневное время -3, -5 градусов, ночью 7-9 ниже 0. Ветер западного, северо-западного направлений, скорость от 2 до 5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега, днем 4 с минусом, ночью 7 градусов ниже 0. В Тольятти облачно, небольшой снег, днем -4 градуса, ночью -7. Западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, вечером снег, днем -6 градусов, ночью -8. Ветер западного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 85%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.